Так, как не сорваться на близких? Значит, во-первых, определите для себя, по каким поводам вы на них срываетесь. Нужно всегда идентифицировать триггеры, которые приводят вас к эмоциональному такому всплеску. И их несколько. Вы их там выпишите себе куда-нибудь, просто сядьте, и я вот в такой ситуации, в такой ситуации, в такой ситуации. Значит, после того, как у вас этот список есть, вы посмотрите, какие из этих ситуаций высосаны из пальца, ерундовые, толку никакого не будет и так далее. Это одна часть. И начните про эти ситуации так думать. Что, ну, это ерунда, дело житейское, там, это не смертельно и так далее. Значит, вторая часть – это то, что вам нужно в отношениях от человека. Дальше вы подумайте, как вы можете с человеком так это обсудить, чтобы то, что вам нужно, он имел понимание, что вам нужно, и хотел бы дать вам это. То есть его надо как-то замотивировать на это. Вот. Ну и третье, это когда вы срываетесь на близких, потому что вы сами в психе и срываетесь из-за, условно говоря, принимали антидепрессанты, а потом вдруг прервали прием антидепрессантов, у вас состояние ухудшилось, и вы начали всех направо-налево, так сказать, прикладывать надо и не надо. Но вы разберитесь, там, если дело в вашей стрессе, вашей тревоге, вашей раздражительности, вашей депрессии, ну так это надо с этим что-то делать. Ну, чего вы людей травмируете, хотя, в общем, дело в вас.